Так, сегодня будет смотр троллей. У меня не так много времени, потому что я сейчас занят непосредственно игрой, но идет запись-то. Идет запись. Ну вот, посмотрим троллей. Итак, тролли. У нас есть тролль-шаман, железноголовый тролль и тролль-следопыт. Вчера тестил троллей, хотел сделать им двадцатку регенерации. В общем, двадцатка регенерации, они рвали всех и вся, были просто непобедимы. Потом сделал... А еще и пятерка брони была у начального там тролля-воина. В общем, это было неосуществимо, это были какие-то убиваторы, нагибаторы. Поэтому я убрал пятерку брони, сделал сначала 10 регенераций, потом сделал регенерации 5. Так, играть мы будем за тролля-следопыта. И, значит, идем в гарнизон. Кто у нас доступен сначала? Значит, троллинг, воин ближнего боя, вот у которого, который всех убивал, пока его не сделал нормальным, 100 жизней. Около 50 у него атака. И пятерка регенерации. Потом у нас есть метатель палок, это стрелок, то же самое, только 60 жизней, около 20 там у него атака. Кстати, у троллей у всех 200 опыта, потому что они на самом деле могут и в деф даже не вставать. Потом, когда будет полное видео по игре по троллям, я расскажу, вернее, покажу даже. То есть тролли на самом деле очень мощные, и не знаю, надо будет их еще больше нерфить или нет. Дальше у нас идет злобень, это который с массовым уроном. Тоже у него 60 жизней. На самом деле, не знаю, мощный, не мощный, еще даже не тестил, просто сделал. И последний летающий существо, это тыкатель. 80 у него жизней, тоже довольно мощный. И ему больше всех опыт на 220. Значит, можно увидеть, что я добавил всем, не только троллям, вообще все замки, пояснение, кого ты нанимаешь. Воин ближнего боя, то есть троллинг, воин ближнего боя, ближний метатель палок, это стрелок, то есть дальняя атака, злобень, это заклинатель, массовый урон, и тыкатель, летающее существо, то есть атакует через строчку. Ну также еще музыка тролльская играет, ну ладно, мы всем этим насладимся. Ладно, в общем, пока с троллями все. Такой быстрый смотр. Потом, позже, возможно, сегодня вечером, возможно, завтра или в ближайшие дни, будет полный смотр троллей и игра. Ну, а пока с вами был Козел Лапийский. Всем пока.